Вроде бы стандартная собачья упряжка, но не все так просто. Все 8 собак – отказники, воспитанники приюта для животных. Все с печальной судьбой. Например, чистокровного хаски по кличке Архан приют отдали хозяева. Сейчас он главарь упряжки. Его сбила машина. И хозяева сказали, что у нас нет денег оплачивать такую дорогостоящую операцию. То есть собрать лапу, восстановить ее полностью – это было очень тяжело. Вот, но мы взялись за это дело, поставили Архана на все 4 лапы. Организаторы заезда на перевал Дятлова говорят, что решение туда поехать было спонтанным. Когда в приюте появилось много хаски, сейчас их уже 4. Организовали заезд по Северному Уралу буквально за пару дней на свои неприютские деньги. Восхождение на гору длилось 5 суток. Кураторы приюта до сих пор не верят, что у них получилось покорить вершину с непрофессиональными бегунами. Дворняк сложнее всего было готовить, потому что с ними определенная трудность. Показать, что бег – это круто, что это здорово. Редко какая собака, вот, то есть как хаски, встанет и побежит, и будет знать, что это ее работа. И найти такую собаку – это большой труд. На сегодняшний день в упряжке бегают 5 дворняк и 3 хаски. Их тренируют в приюте, правда, по одному, иначе не удержать. Но это никого не смущает. В новом ездовом сезоне планируют покорить и другие, более высокие уральские горы. Полина Жданова, Николай Шилко, Илья Халяпин. День с толком.